Какой чудесный день, какой чудесный я и моя правая нога. Так, значит, мы находимся в Dragon Keep. Игруха в Роблоксе такая есть. О, смотри, какой дракон. Сегодня мы будем приручать их. Я, конечно, еще нубяра пиратский. Не умею приручать дракона, я только умею приручать корабли. Но мы сейчас это исправим дело. Блин, ты посмотри, как я только забавно бег... Воу, нормально так упал, драконище. Кажется, у него хреновый пилот. Так, я хочу посмотреть вот этого дракошу. Давай на него нажмем. О, я его купить за рубаксы могу, прикинь. Не, что-то это слишком дорого для меня. Ладно, пойдем туда, куда ведут меня стрелочки. Dragon Archives. О, книга, библиотека с драконами. Пойдем глянем, что это. Чувак, не сы в углу, там нельзя сать. Так, почитаем книжечку. Так, значит, здесь у нас публикация драконов различных. Я еще вообще ничего не знаю, я нубяра сплошненный. Так, эпичный, легендарный, мистический дракон. Господи, кого тут только нету. Я, кстати, могу заспаунить дракона? Нет, не могу. Ладно, пойдем по стрелочкам, посмотрим, куда нас заведут. О, какие хоромы, смотри, здоровенный потолок-то какой офигенно высокий. Так, это Кора. О, она мне ручки помахала, типа, она что, со мной флиртует? Ладно, пойдем, поговорим. Так, Кора, добренького вам дня. Выбери одно драгон яйцо из трех. Да вообще не вопрос, окей. А где их сап... О, смотри, вот три яйца появилось. Ты только глянь, какая на них чешуя огроменна. Я даже не знаю, какой. Так, я, наверное, выберу зелененькое, посерединке которое. Беру вот это. О, круто, у меня теперь есть дракона, смотри, там он, я вдалеке увидел, какой здоровенный стоит, гигантище просто. Вот бы его оседлать, а. Ладно, в общем, я квест, в принципе, выполнил. Я получил драгон яйцо одно. Мне надо теперь вот сюда нажать, что здесь? Start Incubation. Сейчас мы будем выращивать нашего дракона. Он должен быстро вырасти. 4, 3, 2, 1, пуск! Все, открываем яйцо. Зеленый дракоша, но я его назову Dragon Green. По-нубяцки, я ж нубяра в этой игре, поэтому по-нубяцки назову. Нифига не могу назвать, да что ж такое-то, а? Green. Ей. Зеленые глаза. Пойдет, ништячок. Так, что дальше-то? Надо нажать на спаун драгон. Нажимаем. Мой драконище появился. Так, что-то нам там пишут, но это не важно. Ты посмотри, как у него глаза шевелятся, он словно живой, это не тупая какая-то 3D-моделька. Здесь еще и глаза шевелятся, и он еще моргает. Ты глянь, вот это круто! Вот это игруха, а можно как... Ой, я на него залез, смотри, пират на драконе! О, круто! Погоди, я еще могу что-то им делать. Так, полетел! О, тихо. Я теперь понимаю, каково это так сложно. Так, куда полетим? Подожди. R, давай R нажму. R нажимай, ничего не происходит. Пробел нажать, это слезть с него. Так, а если я куда-нибудь убегу, он за мной побежит? Да, он за мной бежит, круто. Залазим опять на дракона. Так. Атака. Нажимаем F. Воу, тихо, ты нифига себе пламенем жаришь. Может, замутим шашлындос. Как там в этой песенке-то поется? Шашлындос. Значит, ладно, полетели. Полетели вон туда, куда стрелка показывает, там какое-то яйцо. Я летаю, блин, пират на драконе, где это видно, это в какой-нибудь только фэнтезийной сказке. Так, я прилетел, врезался в стенку, здесь у нас есть, подожди, здесь у нас есть дрова, я их могу как-то собрать? Я забираю дрова. Чё я делаю? Зачем я рублю собранные дрова? Непонятно. Так, погоди, дракон, давай-ка мы с тобой попробуем их поджечь. Давай подожжем. Не, нифига. Так, а если R нажать? Если я R нажимаю, дракон добывает мне ресурсы, что ли? Так, ну-ка. Ты прикинь, смотри, как он их колбасит. Хоп, и все, я собрал. Собрал это деревяхи, оказывается, надо было не вручную рубить. Деревня. Ладно, короче, фиг с ним, с этим деревом, давай заберем яйцо. Так, забираем. Отлично, теперь надо это куда-то доставить. А, блин, погоди, меня поздравили, у меня есть еще одно яйцо. Значит, у меня теперь два дракона, чума. Блин, ты посмотри, какой это дракоша няшный, я на нем так забавно сижу, просто капец. Ладно, слазим, убираем нашего дракона, заходим сюда. Start Incubation.
Теперь у меня два дракона. А это значит, что я повелитель. Теперь я точно не Нубяра. И чё же там за дракон? Red Dragon. Ну, давай так его назовем. Рейдинг. Просто Рейдинг. Рейдинг. Вот так его и назовем. О. Не, нельзя. Рейдище. Давай вот так его назовем. Ок, ок, все. Значит, теперь я могу выбирать между двумя драконами. Ага. Это активный, это пассивный. Значит, давай вот этого дракона выберем. На, он не тут, пока у нас отдыхает. Значит, призываю тебя. А, блин, прикинь, он на этой локации не призывается. Пах, поторопился я. Значит, подожди, значит, вот так вот. Призываю зеленый. Чё? Да как-то видно вообще. Чё это я не могу призвать ни одного дракона? Вы чё? О, призвал. Наконец-то. Значит, это был глюк. Давай наоборот меняем. Призываю. Ого, красный какой крутой, брутальный. Мачо-менский. Ну чё, полетели. Воу-воу-воу. Научиться ещё летать на нём надо. Значит, смотри, если я клавишу мыши не жму, я просто левитирую и потихонечку снижаюсь. Падаю, так сказать. А если зажимаю, то он машет крыльями, и я лечу. Круто. А ещё давай-ка попробуем пламенем. О, ещё и пламя могу летая изрыгать. Хо-хо-хо-хо. Мощно. Ого, так, подожди, это я ресурсы лечу собирать, да? Так, значит, я приземлился. Идем собирать ресурсы. Здесь у нас маленький камень. Давай, красный драконище, собирай. Вот так вот, лапками он копает, долбит этот камень. Дальше идем забирать вот эти кристаллики. Что это за кристаллики? Давай, собирай. Есть. И теперь деревяшка. Ну, дерево у нас, кстати, уже есть. Нормал. Все теперь копается по-нормальному. Теперь мне, походу, надо вернуться на базу. Ладно, полетели. Летим на базу мы свою. Так. Ай, ой, это действительно сложно залететь на драконе прямо в этот замок. Привет, Кора. Кора от бревна. А, надо зайти, короче, в рабочий магазин и продать все ресурсы и получить вместо этого голду. Окей, хорошо. Садимся на мою дракошу и погнали с тобой в магаз. Магаз, магаз, магаз. Он открыт, воркшоп открыт. Заходим туда. Здравствуйте. Значится, продаем все дерево. Дерево, дерево, сел. Продали камень, сел. И айронит, сел. Все продал. Блин, надо было просто нажать здесь кнопочку sell all. Вот я бревно. Ладно. Значит, я это все продал, да закрывайся, ты хватит, хватит. Да хватит мне этого магазина, вот. Я все продал. Дракоша, выходи, выходи. Все, полетели. Залетаем. Кора! Так. Кора, я все сделал. Что дальше? А, следующего квеста мне больше никто ничего не дал. И стрелочки пропали. Может, в урне покопаться надо? О, да тут физика есть, ты посмотри. О, хо, нифига себе прикол. Я что, эту урну на себя одел, что ли? Точнее, это ваза, огроменная ваза, это не урна. Надо называть все своими именами. Блин, ладно. Пошагали, пошагали по пиратским шагам. Дракон сел на жопенцию. Офигеть, ты вставай, хватит сидеть. Надо поговорить еще раз с этой, с Карой, Корой, Карай. No question invalid. Ай валит, ай болит. Все, полетели, короче, отсюда тогда. Так, значит, мы выбрались наконец на природу. Надо нажать вот эту кнопочку, посмотреть, что у нас там. О, нифига себе. Собираем, собираем. Это типа нам за достижение чего-то дали такие штуки. Значит, так, у нас здесь на поляне есть еще одна вот такая штука. Что это там такое продают? Пойдем посмотрим. Интересно же. А, здесь у нас два торгаша. Один драконами торгует, другой вещами. Давай посмотрим, что у тебя за вещички есть. О, воу, это, короче, сумари, который вмещает в себя больше, чем у меня. Сейчас у меня вообще сумки нет, на самом деле. Я хочу себе сумарь. Значит, понятно, 2500 копим. Здесь у нас что? Здесь у нас костюм наездника. Очень крутой костюм. Эффекты есть, о-хо-хо. Это будешь сиять и летать, как фея. Здесь у нас причесоны, какие гламурные, какие мощные. Слушай, ну прям, а мужские-то есть, не? Что-то какие-то девчачьи, тут вообще вон рога какие-то на голове. Коронки принцесски всякие, мужского ничего нету, ужас. И головные уборшества. Чё-то нифига нет. Головных уборов нет, ясно. Пойдем посмотрим на драконов. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. А, подожди, это украшение для драконов. То есть здесь седло можно купить. Ха,
Это чтоб было мягче моей попенце передвигаться на драконе. Вот самое простое седло. Прям для коня. Не совсем для дракона, для коня. 750 голды стоит. Ясно. Это у нас след. След дракона это, короче, когда он летит и там за ним шлейф остается. Ну, типа, как будто он пердит. Тут можно, чтобы у тебя дракон звездочками какими-то пердел, какими-то точечками. Вот это вот вообще, ну прям пердеж конкретный, зелененький такой. И, конечно же, здесь можно за рубаксы прикупить яйца. Есть легендарное яйцо за 1750 рубаксов. И есть мистическое за 4500 рубаксов. Как это дорого. Все, короче, валим с этого магзика. Здесь делать нечего пока. Оп, дракош, просыпайся. Валим отсюда, полетели он к тому дракону. Хочу посмотреть на него. Какой же ты здоровый, слушай. Интересно, на тебя сесть можно? Оп, нет. О, прозрачный. Эх, жалко. Итак, поскольку квестов пока что нету, я отдан вольному полету. Смотри. Здесь, короче, есть несколько островков. Вот они все. Также здесь есть куча вот таких вот каких-то небесных тел. Давай попробуем собрать. О, собира. Прикинь. Это, короче, какой-то воздух, которым кормится дракон. И чем больше он таких съест, тем быстрее он станет другого уровня. Сейчас он у меня первого. Круто. Так, давай-ка вот сюда приземлимся, посмотрим, что у нас здесь есть. Воу-воу-воу, вот это виражи. Надо поаккуратнее. Здесь есть кто-нибудь? Вот сюда залетим. Глянем, есть тут какие-нибудь квестари? Пусто. Нифига нету. Кольцо какое-то есть. Ну-ка, давай пролетим сквозь него. Посмотрим, что нам дадут. Воу, это ускорение, по-моему, было. Смотри, красное тело какое-то небесное. Ну-ка, пойдем. Вон там желтое. Офигеть, надо их собирать. А там вдалеке, вон там, видишь, там еще какой-то остров есть. Или это не остров? Фиг пойми, что это такое. Собираем красненький. 35, нифига себе, как много. Вон, смотри, вон там какой-то остров вдалеке. Ну-ка, желтую соберем. 14, не, это мало. Мало половин. Ого, это что, сундук, что ли? Сундучел нашел. Давай, собирай сундук, быстро. 30 копеек поднял. Неплохо, твой дракон достиг второго уровня. Оказывается, тут дракон еще поднимает уровень, когда добывает ресурсы. Круто. О, смотри, там еще есть сундук. Пойдем соберем его. Блин, жалко, здесь принтухи нету. 6 копеек всего. Нафиг такой сундук нужен. Так, я хочу протестировать одну вещицу. Если я сейчас высоко-высоко взлечу и просто спрыгну со своего дракона вот так вот. Хопа. О, дракон, какие сальтухи, я тоже. Да, вот это мы сальтухи намутили. Дракош, ты где? Спустись, пожалуйста, а? Ленивая жопа. Не хочет он. Ладно, сейчас тебя перепризову. Опа. Все, полетали отсюда. Сейчас в колечко залетим. Нитро соберем. О, блин, действительно, это кольцо, короче, передает ускорение. Значит так, пришло время пособирать немного ресурсиков. А то мы летаем без дела. Давай. Собирай. Подожди, а если я вручную захочу собирать? Ну-ка. Оу, молот, смотри, какой достал. Да я, в принципе, и один тоже неплохо справляюсь. Тритетень. Опа, нададашь, я прям как настоящий каменщик. Мощный шахтерич. Так, подожди, дракон, нужна твоя помощь. Полетели вон туда. Вот этот камешек надо добыть. Хопа. Лупи по нему, тпдыщ. Хптыдыщ. Ой, и все, и рассыпался. Так, этого камня у нас максимум. Идем собирать камушки. Вот камушки у нас. Долби камни. Обдыдыщ. Блин, тяжело, конечно, с одной рукой, когда в другой у тебя крюк воткнут. Так, камня у нас все, полно. Пойдем дерево. Слушай, а просто дерево я срубить могу? Ну-ка просто. Нет, просто дерево срубить не могу. Рубись, деревца! Нафига его рубить, когда тут бревна стоят? Это я вот до сих пор не могу въехать. Просто бревна погрузил на дракошу и поехал. Все, все сумки забиты, поехали на продажу. Здорово, торгаш, продаю. 240 драконьего гол... 240 драконьего золота я получу. Продаем все. Правда, денег все равно маловато. Еще ничего купить не могу. Так, у нас здесь, смотри, есть еще такие телепортики. Но они пока недоступны. Куда они ведут, тоже непонятно. Ладно, полетели, прогуляемся за тобой еще по другим островкам. Так, хватит сидеть, ленивый ты жопа, краснопопой. Полетели. Так, что у нас здесь на этом островке? А здесь у нас, походу, ничего. А я нырять могу в воду? Вот, нет, на драконе нырять не могу. Так, о, желтое кольцо, смотри. Ну-ка, полетели туда.
Ух ты, какой туннель, сколько тут колец. А, время пошло, таймер. Блин, там сундук был. Ай-яй-яй. Короче, надо на скорость пролететь, вот это все дело. Пролетел за минуту и 3 секунды. Быстренько, однако. И заодно чуть-чуть прокачал свою дракошу. Так, я где-то здесь сундук видел. Вот он сундук. Прыгаем. Сейчас я его расколочу. Открывай давай. 25 голды. Ништяк. Там вон еще один сундук. Люблю такие пещерки. Там, по-моему... О, да тут целых, блин, 3 сундука в этой пещере. 27. А там внизу что? 22. Блин, дракон за мной что-то совсем не хочет бегать. Блин, столько летел и все зря. Это капец, ну ты посмотри, какое расстояние преодолел. А здесь просто какая-то ледышка. Ох. Вот до чего доводит любопытство. Ну и что я сюда перся? Слушай, так это, по-моему, вообще не лед, нифига. Это вода. Да, сейчас приземлимся, посмотрим, что это за фигня такая. Ну да, это вода. Ох, ёкарный. Жесть. Ну зато мне нравится, как мы по воде летаем. О, кажется, я утонул. Ничего себе, мы плаваем. Дракоша, взлетай. Взлетай, хорош. Хорош фигней страдать. Ну вот, набили полную сумку ресурсов. Сейчас все это дело продадим по-быстренькому. И пойдем в Макси что-нибудь прикупим для нашего дракоши. Сел аль, огонь. Валим. Вонялку для дракона тоже не хочу покупать. Яйца дорогущие, значит все, покупаем седалище. А то между ног уже давит. Берем, опа. Вот теперь у нас есть седалище на драконе. Круто. Так, только я что-то его не вижу, подожди. А где седалище? Ну-ка давай вот так сделаем. Так, спаун, да блин. Седалище, так. Покупаем. Все, купил, да, купил. Где мое седалище? Эй. Да что ж закидало-то? Капец, деньги взяли, а седалище не дали. Чё-то я вообще не въезжаю. Пойдём-ка на разборки. Чувак, а где мое седло? А, во, экипировать. Всё. Ух, деревня. Ну что ж, давай заспавним. Да, седух появилась, огонь. Наконец-то моя жопенца будет теперь на мягкой седухе сидеть. Ну что ж, вот такая вот игруха. Если тебе понравилось, все ссылочки будут в описании. Это только самая ранняя версия ее, то есть это бетка. Игруха будет развиваться, так что я думаю, здесь много чего крутого наворотят. Не забывай ставить лайкосики, оставлять свой комментосик под видосик, ну и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну а я с тобой прощаюсь, спасибо тебе за просмотр, всего хорошего, удачи и пока! Увидимся в новом видосике!